В первую очередь я хочу посмотреть, чем отличается и чему можно поучиться у партнерского университета. Мы входим в одну BART HESP Network систему. Никогда не был в этом университете нетворка. Вот счастливо, благодаря Erasmus программе обменов это получилось. Плюс поучаствовать в конференции, которая совпала и начинается завтра, посвященная дигитализации. Это то, чем, наверное, мир живет и в чем будет жить очень долго. Все университеты разные, и я уже нашел несколько любопытных сюжетов, которые будут нам полезны. Наш университет находится в Вильнюсе, он несколько отличается от Алца и в то же время сильно похож. Мы преподаем для белорусов в Евросоюзе. Университет наш был закрыт 13 лет назад по личному указанию президента, вынужден был переместиться в Литву и являемся такими strangers, если точно сказать, в литовском обществе. Вероятно, может быть, не в такой степени, а УЦА является strangers здесь, в Киргизстане. И образование молодого поколения, работа с молодыми людьми – это то, что нас тоже объединяет. От конференции жду, конечно, знакомств и идей новых людей, и, возможно, в результате поездки сложатся какие-то дополнительные связи или контакты между преподавателями и департаментами наших университетов. Буду рад. Второй раз настойчиво звал вашего президента в Вильнюс, и он обещал, мы заключили пари, что если один студент ЕГУ появится в АУЦА, он возьмет и приедет к нам. На этом и расходимся. Очень позитивные. Я отметил для себя, не знаю, насколько это правда, что в каждой киргизской женщине есть маленький стерженек. Он не видный, но он есть. И это как-то выгодно отличает, наверное, при первом знакомстве от моего опыта, скажем так, европейского. Может, это просто набор сильных личностей, с которыми мне пришлось встречаться. Очень зеленый город, улыбчивые люди, расположенные, готовые помочь. Очень приятно. Того, что они желают себе сами – быстро найти свое место в жизни, приспособить этот мир под себя и научиться быть полезной, реализовать свой потенциал в максимальной степени. От этого приходит удовлетворение от жизни. Причем это не только в профессии, это и в личной жизни, в отношениях с друзьями. Увидеть мир, смотреть на него широко открытыми глазами и развиваться. То, что я желаю нашим студентам тоже. –